Готов играть? Ну, он сейчас придет, но Максим не тут. Максим отойдет. Зайди, пожалуйста, на мой стрим сейчас и посмотри меня, тебя, как слышно. Потому что если я зайду, у меня начнется вот этот фон туда-сюда, туда-сюда. Цек, сейчас. 5 цек. Схватки. Но. Раз, два, три, четыре, пять. Я только музыку слышу. Нас не слышишь? Давайте тогда я музыку сделаю тише. Так, я сделал музыку потише. Скажи что-нибудь сейчас. Алло. Так, ты должен себя слышать. Задержка, задержка. Ясен хер, 10 секунд. А, ну все понятно. Ну через, ну да, 10 секунд это задержка. Нормально там слышно тебя, меня? У меня нормально слышно. Меня? Да, тоже нормально. Тоже. Так, сейчас зайду сам на стрим, посмотрю. Я что-то даже я ору, я ору даже что-то, я упасть себя надо. Ну ты да, орешь. Давай сейчас. Да, 10 секунд ровно. Задержка. Ну нет, ты что-то себя сильно убрал. Сильно убрал? Ну все, я тебя на 200 поставил. Сейчас приду. Угу, алло, раз, два. Коррирующий игрок.
Хм? На 50 рейтинг. Дабл даун ставил. Да не зачем. За две игры. А, за две игры. Воу. Две. У меня курьер стандартный. Ты откуда не покупаешь? М? Ты все не покупаешь ничего. Так, алло, у меня этот курьер должен быть. Так, 68, 70 FPS, так. Сейчас посмотрим, когда на крипах будет, что будет. Даже крипов не поступил. Молодец. Алло, не бей меня, пидор. Не буду. Меня ударить хочет. Ты иди нахуй. Ты в нас играть хочешь? Я? Нет. Один на один мид. Иди сюда, сука, до конца, нахуй. Пизда тебе. Все, гг. Ну, я проверил FPS, где-то 65-70. Я думаю, комфортно будет. Для этого и заходил, в принципе. Так уж нормально. Раз, два, три. Че он там зашел? Так, музыку ладно, включу. Сейчас смотрю два. Ты смотришь? Кого? Этот стрим. Нет, я тут все. Кто-то смотрит стрим. Блядь, где он? 17 минут назад был. Еще эмпатию просто кину и все. Все, все, фу. 8 кп, нехило.
Закрыть, закрыть. Меня кто-то смотрел, потом вышел. Теперь на инвокере прокасты, поехали. Или я не буду сейчас на инвокере играть? Я, блядь, недостоин. Надо всякое говно закрыть. Скайп открыт у меня почему-то. Не знаю, у меня вообще только вот кто-то спорит. Ну, у тебя комп слабый, наверное, поэтому. Привет. Здравствуйте. Заходите уже, да? О, привет, Миша. Как дела? Да ничего, нормально. Вот покушать какого сел, можно сказать. Приятного аппетита. Блять, вот этот фон. Ты какой диктей? Потому что все не пытались себя слышать. Сейчас я там кинул. Не дай мне один. Блять, сесть нормально для начала, чтобы прокасты за инвокера давать. Прокасты за инвокера давать. Чего? Что тут надо нужно? Ты лагаешь. Это плохо. А сейчас? Ну сейчас, по-моему, не лагаешь. Так, это вы мне кинули, батя? Да, я кинул. Максим сейчас придет. Ему по делам надо отойти было. Нахер мне эти бигуди сдались? Бигуди. У меня, блядь, денег дохуя еще на бигуди. Не нужно. Надежь. Не выдавливай. Я нет, я подавился. Что это такое? Ты чем? Thank you.
Все тут? Да. Пойдем в Overthrow сыграем. Разогреться хоть каждому. Но да он еще минут 7 где-то будет, я думаю. Он каждый день уходит так. Ему по делам нужно уходить. Будет кто? Нет. Можно. Блять, ты лагаешь. Да или нет, ты что сказал? Можно, но это нет. Можно, но чё? Сейчас, погоди. Ну, а есть кто-то ещё, кроме меня? Тут только я отказался. Так вот, нас четверо в патче. Чё ты говоришь, какое лобби создать? Ну, кто-то хочешь играть? Чего? Блядь, я не понимаю вообще ничего. Я лагаю, что ли? Да нет. Походу, у меня проблема какая-то. Так, Лёша, скажи что-нибудь. Раз, два, три. Раз, два, три. Погромче тебя чуть-чуть. Так ты вообще на 200 раз, стоишь. Два, три, четыре, все нормально. Пять. Ты чё, ты про лобби говорил, ну, Женя? Чё ты лагаешь? Блять, ты лагаешь, не я, я понял. Бля. Какая-то херня. Мне это скажи что-нибудь. Раз, два, три. Так не ты, Женя. Что-нибудь. Так, вроде ты не лагаешь. Что ты про лобби говорил? Что ты играть хочешь, говорю? Да, в доту хочу играть. О, давайте в доту раз. Я тоже забыл, что лобби. Overthrow. Создать лобби. Форест Свола создать. Поехали, блин. Тот не скачал. У кого-то нет этого. Наверное, у Жени. Сейчас я перезапущу на это. Блять, я 15 минут поспал, вообще охуенно. Да, я вообще тогда не понимал бы, 15 минут поспал. Блять, ладно, Женя, сделай, пожалуйста, микрофон погромче, а то я... Кого ты мямлишь, вот так вот ты разговариваешь, так вот за моим... Погромче сделай. Вот так? Так, хорошо. Скажи что-нибудь. Что-нибудь? Во, все отлично. Супер. Что микро начинает подводить? А я специально наушники купил для микрофона. Там микрофон хороший был в наушниках. И вот. Вообще отлично. Так что будем? Ты скачал? Как она называется? Overthrow. Блять, ты же английский. Roll. Ты же не знаешь английский. Overthrow. 1.3, да? Я не знаю, какой 1.3. Где-то 1.3 видишь. Зайди в игротеку, а там, блять, будет Overthrow прям слева. Второй по списку.
Нашел? Да, вот. Нашел. Пошел. Кто хочет? Тише, 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 не торопи, коней, давай это. Поскакали, поскакали. Ага. Все скачалось. Давай, пулей. Блять, нет, не туда. Извините. Блять, нет, не туда. Опять, извините. Да. Все, туда. Миш, тут? Да. Иди там, если что. Поехали. Кажешь сам себя. Что делать надо? Больше всех киллов набивать. Кого взять? Хускара или Висажа? Висаж, Хускар, Хускар, Висаж. О, хочу на этой бабе поиграть. Я ВР-ку взял, если что. Даже не показывает, хочешь, да? Ну да, не так. Показывает, можно так сказать. Ну я вот не вижу, что он что-то. Ну это первые две команды, поэтому. Ну алло, мы же не на победу играем. Разогрев. Че ты там взял, Женя? Мортру. Бля. Ладно. Тебя буду хейтить. Че там, Бруда? Леон, пиздец, Леон. Так, куру купить не забудьте. А, мы только четвером. Да, кажется, на себя. Я думал, тут с боем штабное будет. Нет. Все по-честному. Так, монетка раз. У тебя аркана на Мартру? Я видел, я видел. Давай Мартру хейтить. Вчетвером играем, да? Да, вчетвером. Мани! Моя монетка была. Иди теперь отсюда. Теперь иди отсюда. Тебе не место здесь. Ой, ноль маны. Минус один. Ну ты ебался, а? Да ладно. Алло, ты меня убьешь сейчас. Ты меня... Ты что, дурак? Ой, я думал, ты уйдешь. Че за мисс? Это адекватно? Это вполне нормально. Ладно. Так и быть.
твоему сведению, вот ебись. Да, в смысле привязала? Ты ебись, говорю. В смысле привязала-то? Вот так вот взял и привязал. Верка на самом деле очень хороший герой, но не на оффлейне, а на мидлейне. Что-то тут предметы не все, что ли? Дагона нет, я так скажу. Ты дагон хотел взять? Да какой ты фиг мне. На. Бей да, его, ладно. Бей, Миха, пинай его. Спасибо. Он мой. Не сегодня, Миша. Мис прошел. Это было легко. Минус 2. Хороший мисс, спасибо большое, Женя. У тебя сколько там миссы вкачанные? На один? На один. Ну вот, у тебя 20% прокнуло, Миша. Спасибо, спасибо. Ну не уходи. Так вот где твоя база, я думал у тебя с другой стороны база, Леон. Я теперь понял, почему ты туда бежал. Я думал, ты мансуешь. Монетку оставь. Бля. Ну алло, ну не хей. Да в смысле? Понял, зато не тебе. Зато не тебе. Мартру хейтите. Да мазафака. Кто не умер? Кто не умер? Вот он не умер. Миха, блять, я думал, Леон не умер. Ну все, Миха, иди сюда. Зачем тебе дискорд, выкинь его? Дискордом тролль. О. Блин, отстаньте. Ну, пожалуйста. Секунды не хватило. Давай, тролль, я всей душой за тебя. Ужас. И этого тоже. Нельзя с вами играть. Понятное дело, блин. Нет, Леона, ты не бей. Сука. Пугает-то, пиздец. Да что его? Полагает? Так просто. Знаю, что сервер не тот. Ну что, сервер, что Стокгольм, Люксембург? Стокгольм. Люксембург это. Да сам ты Люксембург, а ты не пойдет тебе. Иди сюда. Монетки. Нет. Ты монетку не подобрал, алё. Да, а как её подобрать? Вот так вот. Понял? Нет! Подстава, подстав! Это просто нечто. Пожалуйста, Миша. Ну все. Никого не щадит, пацан. Ой-ой-ой-ой-ой, что за мной бежит? Ну так они за сокровищами. Тролль с гастом и дискордом. Пиздец. Угу. Полёт такой. О, возьму инвиз. Тут руны где-то ищешь? Да, там руны есть, посмотри. Вы где деретесь? А где-то наверху. Хосту взял. Все, привет. Бе-бе-бе. Здорово. В жопу иди, алло! Ты ой, чё, алло? Ой-ой-ой, да тут вообще печально. А, вы играете, значит? Я тебе... Да в смысле?
Что это сейчас было? Это он ушатал нас. Мы его вортроу драем, кажется, сам себе. Зачем карты сам за себя? Что, не команда? Да. Команда. Как вообще так можно на больших фармить? Ай-яй-яй-яй-яй. Вот так вот, понял, понял, вот так вот, состилено. Состилено. Легко вообще. О, больше всех настилил. Я? Не. А кто? Леон. В которого я пауэршот кидаю. Все, давай Леона убивать. Давай, давай, убивай его. Убивай, убивай. Да, вот так вот этого. Сука. Там все опасно. Ну отстань, не беги за мной. Спасибо. Да, это нечестно. Вот это очень нечестно. Так делать нельзя, ты знаешь? А тут все честно. Да, иди. На меня тут напали-то вообще, с чем между собой не воюете? Давай, давай, нападай, 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 давай. Как он 300 голды валяется. В смысле? Иди сюда, давай. Пойду я туда, сзади Леона. Все, давай Леона убивай. Да, давай Леона убивать. Не буду я его убивать, он меня сам убил. Еще вышел. Не надо меня бить, вон Леон есть. Спасибо. Вот это я крыса, скажешь? Скажешь? Да в смысле? Ну тебе хана, наверное. Да. А слышь, он МКБ против тебя собрал, а работает это против меня? Не, против меня, думаешь, не работаешь, что ли? Ну, все равно я тебя убиваю. А у пацана вон танго. Что, танго? Все, мне хватит. Не-не-не-не-не. Давай, бей его! Да какой? Да не... Это нечестно. Ты меня не догонишь никогда в жизни. Меня бьют, меня бьют. Все это изи, победа. Я выиграл. Виктории. Вон, Леон бегает в инвизе там. Че? Нет. Это есть уже. Шесть? Вот он, вот он. Кто он? Приглашайся. Пятый. Поехали. У-у. Погнали. По обычную или ранкет? Пиф, 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 пиф. Ранкет или обычную? Давайте ранкет. Давай ранкет. Пока разница. Тебе рейтинг сливать? Мне мы только поднимаем. Между прочим. Ну хотя мы с тобой игра, что тебе можно. Ну да. Опять вот это инвокер, вот это санстрайки. В землю. В миллиметре от персонажа. Чисто вот он прямо бежит. Это такой санстрайк. Не попадает. Как вообще? Я вообще не могу не кидать их. Ну вот лучше не кидай, действительно. Ладно, хорошо, все. Успокойся, все в порядке. Лёша. Mm. Отси, ты на чем у нас любишь играть больше всего? На саппортах. На, чем? На саппортах. Саппортах? На керри получается пикаш. Леон керри. Нет, я... Изи вообще. Игру... Угу. Ну что он там писал? Я ж тебе скидывал. Хочешь, я перечитаю тебе, где ты? Блять. Лёша Курск, Кэрри, Пэдж, Гернаут, АМ.
Ну, на дебаф могу зайти. Смотри, ПА, ВР, Каджигернаут, Морфлинг, Снайпер, Вивер. Морфлинг тоже. Антимаг, Войд. Антимаг 40% винрейта. Антимаг я раньше очень много, очень плохо. Ну, у меня за инвокера сейчас так же, да. Потом буду говорить. Скорее за кого не особо играю. За Свена мало, но могу. Ликана не особо играю. За кого? С Титана? За Ликана. Да, сейчас Титана в кэрри соберет. Ну, там вдруг будет, будет. За Урсу особо не пробовал, но думаю смогу. Господи, где ты? Ну, вроде все остальное могу. Last pick за нами. Враги под нами. Нагу редко, вот, но могу. Ты Квапу зачем банишь? Она же ничего не делает. Квапа ничего не делает? Ну, плохой герой. Смотрите на их профили, короче. Так, оп. Оп, блин, у них ничего нет. 2400. Вот пушись, инвокер и ВР-ка. Ой, там парень. Он же задрот. На пуджи ВР кинул. Малоредка, которая 3200 ММР. Да. И у тебя. Оффлайнера сейчас бери. Нет, это не тот оффлайнер. Думаешь, не тот? Ну смотри, ЦМ курса его просто хуярит. Ну это уже лучше, если он будет на себя второй кидать, когда его ЦМ-ка будет примораживать. Сможешь идти? Ну и легионка намного лучше, чем Тайт. Сыграешь за легионку? Тайт это какая-то хрень. Миха! Ты спишь там? Миха! Че нарываешься? Блять, где он? Ну, Миша. Возьми и Рубика, поехали. Блин. Прикольно вышло. Куда он ушел? А посмотрите-ка, тут же инвокера можно взять. Ну я, да, так я что, я хочу? Боже, нет, планы там, планы, блядь, враги. Может, там попадёт. Сейчас посмотрим, подожди. Я вообще-то за инвокеров соло выигрываю. Просто... На четверку, на сантинга, да? Миш, тебя не слышно. Бери, кого возьмешь, кого возьмешь. Так в смысле, я тебе легионку уже... взяли, алло, ты куда уходил? Где был вообще? Да надо было мне отойти на секунду. А, ну ты на легионке, смотри, будешь лайн стоять, ЦМ-ка второй тебе дает, кэрри подходит, и ты сразу второй на себя кидаешь и убегаешь. Понял? Угу. Только ты очень часто так не делай, мана кончится. Я мангу куплю. О. Сразу 4. Манга не спасет. Базилку. Мне так кажется, надо вот знаешь кого? Его. Я думал, знаешь, вот этот Гуля, Даркфир. Гуля или Даркфир? Ну, типа, а нет, Дарксир еще. Может быть Гуля, но Дарксир. Давай Дарксира забаним, может. Хотя, нахуй его банить. Да, а че он тут делает? Да, что ты вези берешь. Ну, Гуля можно забанить. Да не, я вот заметил, Дарксир реально очень легко катится. Даже если он фармит, то он... Ничего толкового за файт не делает сам. Он сам, там, да. Похилить может, там, может вакуум сделать, все. Больше ничего. Это же командная игра. Дота 2. Дота
Я петуха, петуха хотел предложить купить петуха. Ну ладно. И пошло. Наверное, зайдет так, как нам. Ну, смотри, конечно, что кто вообще будет. Да Сав, ничего не делай, забей. Ну да, там тарку можешь убрать, если не лукер берешь, типа. На Миране или на Шакире, на ком поиграх этот нахер Мирана тут? Мирана... Сейчас тогда инвокер. Зачем сейчас? Я от жизни охуею, вы чё? Кого тебе взять? Что тебе мешает? Мне? Их пик. Следующий. Давай, может, на четвёртый возьмем. Чтоб три героя видно было. Хочу четвертый взять. Рубика. Вот я не знаю. Да ты чё, фристан? Ладно, бери, может, бери, шаг, бери инвокера. У меня идея появилась. Да-да-да, бери. Сейчас. Да. Просто. Так вот он, блядь. Да я буду инвокера каждый день. Да ты чё, там же, блядь, понятно и видно его сразу. Издалека. Ну тебе-то да. Просто такая идея, то что они сейчас могут пикнуть какого-нибудь героя, и если это будет не такой сильный герой, то можно сейчас взять просто Рубика. Чё за минус Рубик? Лёх. Вот это вот. Можно, это вот герой. Можно Рубика взять. Ну там, видишь, физика. Рубик страдает. Ну нет, хочешь поехать? Страдает. Может, Шакир все-таки? Где ты Шакира здесь не видишь? Или он? Не знаю, не знаю. Или? Не знаю, мне все равно Рубик нравится, но... Смотри. Покажи себе на Рубике. Мирану тут можно было взять на четверку. Да не. Миран тоже хорошо вырубает просто, блять, любого из этих тонких саппортов и все. Подстану еще, все понятно, да. В Гангаме тяжеловато будет. За Мирану-то? Что-то у меня два героя, Рубик Миран. Так у тебя только на них сеты. Да не, я, ты же знаешь, я только вливаюсь в роли. Может, вот это забанить? Кикернаут. Я пока не могу. Вообще похуй, если честно. Легионке похуй. Мне похуй. Рубику похуй. Нет, смотри. Подожди, подожди. Это они сразу задумывали. Это точно. И против инвокера это взяли. Это 100%. Артрас, Ларк. Я думаю, да, Мартра надо забанить. Мартра сильная против инвокера, против Рубика, против Легионки, не, блядь. Не, на мидгрейд я по пик нам. Так... У, да, нас, нам, у нас ласт пик. В этом-то и суть. Нам Мартра хорошо бы зашла, но, блять, риск то, что они ее пикнут очень большой. Тут. Тут и дизармор, еще дизармор, и сейфа дохуя, и физурон. Да, я почему-то у них Хускара вижу вообще. Кинжалики бесконечные. Хускар. Ну, для Хускара проблема легионка. Сильная проблема. Ну, да. Мы берем Хускара, берем ПЛ и все. Может, серьезно ПЛ сейчас взять?
Или ЦК того же можно. Или ЦКшника. 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 Алкаш, алкашника. У нас инициировать есть, кому Лего залетит, там прокасты вылетят, у нее ЦК вылетает, размещается. Но у нас много инициаций, ЦК может сзади заходить. Всех прокастов. Главное до файта не ультовать, а потом не бегать как дебил. Да, можно. Да. Что их катить вообще? Хускара сами собаки. Нахуй нам хускар? Ладно. Ну, я думал, они возьмут. Да оставили, пусть забирают. Ну и. Это не Крофус. Это ВР-ка может быть у них. ВР-ка, Вайпер. Вайпер пожирнее будет. Вайпер получше. Я вообще против Вайпера боюсь играть, блять, плюется в тебя бесконечно и все. Тролль, скрин. Тролль. Но он не такой жирный, у них ни одного жирного героя не будет. Ладно, не скрин. Сларка можно. Сларк уже, блин, фармить надо ему. Да в смысле, смотри, ой, блять, что, но... охуенно. Тимага можно. У нас же много героев ловит, ладно. Ларк, Павел, антимаг. У меня же против Штурма или не так нравится. Тут Эмбер очень хорош. Эмбера можно в карьере, я только рад. Трона не будет нормально, адекватно. Физ. Да. Слушай, ну давай попробуем, мне кажется, он ему на лайне легко стоять будет. Не надо, не надо. Надо? Физ урон нужен, надо. Сказали же. Морф. ЦК, вот ПЛ. Есть, да-да-да, морф. Морф. Тоже нравится. Лол. Собирайся. Погнали? Да ногу мне дай. Я ногу обнимать хочу. Погнали. У кого нет сета, тот лох. Такой тонкий намёк. Смоки я разбиваю. О, ну хорошо. А то я так хотел. Хотел? Смоки разбить. Хотел. И разбить. А чё, варт? Ладно, куплю. То в ботинок хотел. Поехали так тоже давай. О, мне почти хватило. Чё, ботинок купил? Блин, дотка кричит, забыл байт. Откуда левел вообще появляется? Я 40 Immortal Lock распылил, говорю же. А-а-а. А нахер они нужны? Так, сейчас я убавлю дотку. Смока у них нет. Пахай. Один вард CM-ка, один дазл. Ну и чё? Типа чекайте. Ну как бы, да, но надо узнать, куда это будет. Сейчас, блядь, о-о-о, скажу. Нажми слабдар. Не знаю, в оффлейн вар давай тогда дам. Я закажу потом. А. Пахнешь. Максим? Это я, привет. Копила. Готов к новому компендиуму? Нет. Мне еще тебе надо отдать. Так я об этом и говорю, я намекаю. В смысле? Я не понял намек. Ну, в смысле, готов мне покупать компендиум. А-а-а! Вард сюда поставил куда-то. А когда он будет? Сюда вот. Так вот, часах в 20-х. Но у меня деньги есть на стиме, 600, по-моему. Да, 600. Я куплю себе сразу же. Блять, помогите. Оффлейнер, почему ты никогда не хочешь за руны подраться? Ой, извини, я это... Я не знаю, ты мне сам в тот раз сказал, что ты стоишь возле руны.
Чего? Да ты, да у меня постоянно отжимают ее почему-то. Просто приходит, я ухожу. Принимаю эстафету. От крипов потерял, все, это изи вин. Все. Легкая. Тебе помочь? Пока нет, не надо. Я все равно первую пачку пропущу, скорее всего. В смысле пропустишь? Ну подожди, я фармить не умею на нем. Алло. Ну первый крип есть. Ну всё поэтому нормально. Я и это. Все буду хорошо. Ну пока всех выформил. Ну все отлично. Все. Вот ты еще как стоишь хорошо, вот второй бы взять тебе. Нам тебе второй взять. Можно похарасить серьезно. Ну да, с лордаром, думаю, у вас внизу проблем вообще не будет. Да не, не будет. Это же борец. Лордаров лейн вот этот. Последнюю ману потратил, ну господи. Блин, я ж тебя ворую. Я... Извини. Здесь второй. Вот опять 40 хпс, 55. Я ж, блядь, играл, чекал. Так, от крипов киш. Могу похарасить его чисто? Давай, давай, крипы тут как раз наши. Упадет. Турну заберу. Ой-ой-ой-ой, давай-давай. Нормально. Пролагивает все равно. Я пролагиваю? Нет, я. Ты сделай строки, говорю, полубавь. На ультрах там шпилишь. Ну да, надо бы. Что я вообще не подумал даже об этом. Так давай ливни подождем. Не, просто F9 видео. Так, все, 60-70. Все? Все, да. Давай, что, Леша, на кларике. Я же не ты, чтобы. 10 лет ждать, пока у меня загрузится еще. Я отошел. Не зорна, может хороший, я возьму. 9-6 у меня. Реген нужен внизу? Да, мне возьми. Нет. Нет, забрал. Возьми. А куру, может, подрежу? А, он никуда. Харди, чё? Да, нормально. Перчатку беру, наверное. Хорош. Я еще умру. Нет, я живой. Ну это. Тогда лыжка боль не бьет. Так алло! Ч за. Алло. Может быть, да, что за дичь? Вы хотите? Он четвертый. Чё, ну, у него ботал только. Данных, и... Ладно, я без рубика не пойду. Ну да-да, я лоб. Хорошо мисуешь. Ну, ЛМП у него. Со страх есть на ЦМ-ку. Ну, можно, можно, да, да, да. Вот что ты удар отменил? Все, беги. Ну, все уже. Сколько у меня там сон страйк? 225. Не убиваешь, не убиваешь. Удар нужен один. Не. Я тут мы втроем можем бить стрима. Не надо, нет. Не стоит. Ты второй рано кинул, зачем? Курит передний. Цемку, цемку, цемку. Лёша, курит передний. Нормально. Лёша, он нас слышит, Лёха. Лёха. А уже, а уже, уже. А нет, а нет. Всё, Лена не принесла. Блядь, снова лагает. Ещё меньше сделать, 55 FPS. Что-то, я ж компьютер сильный. Я стрим когда включаю, вот это вот начинается. Выключи. Так, да не ж для записи, алло.
Я же не просто так. Зачем? Женя попросил. Чтоб сидеть, разбирать войс именно наш. Он шестой. Да-да-да, вижу. Че, уйдет? Не Гонгонямова? Нет, вряд ли. Хотя можем. Хотя, чего там? Не смог есть. Ну, Стенхекс, Телекинез, Колдснэп, можем. Да. Че, пойдем? Да-да-да, я подниму. Ну, уже стоит поднимать. Так. Давай-давай-давай. На тебя кидаю, давай. Хиксай, хиксей. Хорошо. Красиво. Да, почти. Паузу нажмите, пожалуйста, блять, я еще меньше сделаю настройки. Так ты бы лучше ливнул там, нормально, не торопясь все сделал. Видео низко-низко. Как карда? Так. У нас 2 сотка, все нормально, поехали. Так, куру можно сейчас этот, с медасом мне там? Пиздец, просто все мыльное, неприятно. Сожрался я уже. Ну да, то привыкнешь. Как будто вода, блять, не вода, а мыло. Сардар ушел. Я медас несу себе. На низу реген. Да-да-да, морф возьми внизу. Реген, да. Лордар, щиток. Лордар, бокером в лес не пойдешь? Пойду, конечно. То, что бы взять и поехать. Сейчас я тут. Ладно, идешь на мид? Давай. Все, я ухожу. Сонстраки есть. Что там? Джиггернаут ПТ идет. Всем плюса фармит. Я тут тебе сейчас докажу. Если на какой-то, тут сложно, на какой? Крипы. 56. Ну, туда ты не отведешь. Отвел, по-моему. Да, отвел. Я туда, у меня никогда не получалось. Так это из-за медаса, я думаю. Ну, может быть. Сонстрак есть. Если что, скажете. На мид не пойдем? Ну, вон он там. Развлекается. В сторону туда вообще. Ты чё? Наверху он развлекается, пацан. Есть мод на форма, выйдем? Но он пошел, скорее всего, на... Как внизу. Нормально. Сейчас чуть-чуть чисто возьму. Хорош. Блять, отведется, нет? Сука. Отвелось. У них цем колеса фа. Да, внизу. Снизу да. Ха-ха-ха-ха. Что это? Что это, блядь? Да. Давай, я к тебе приду наверх. Я до доберу. На мед я иду? Ты там шестой уже? Нихуя. Нет. Ладно. Все равно иду. Да-да-да. Без проблем. Че за контроль? Я на сонстрак. На меня бежит. Лечу наверх. Сонстрайк выкрикните, а то мне сложно. Дазл, давай, на дазла. Я подниму сейчас джагл. Подниму. Благодарю. Хорош сонстрайк. Дазл не подходит там. Ну, меня убили. Уходим. А я все, не ухожу. Бля, надо дуэльку. Блядь, да, сука. Идите нахуй, не пишите мне. Хорошо. Вот, нормально. Нахуя, блядь, мне писать? Кто это? У меня 57 крипов.
Ну прикольно, конечно, но, блин, мало. Мне не нравится. Тут мультик, ага, все вижу. Со сраки. Измораете, что из этого будешь? Так нет. Ну и все, хорошо. Ну, фидот. Нормально, блядь, не зашел. Инвиз снизу. Ты все пошел, да, не возьму. Иди нахуй отсюда. Цемка леса фармит. Цемка же это вообще бред в лесу. В смысле бред? Да, лучше, чем легионка наша. Так, шторма не убил. Давай митинг гонем, я иду. Ну, может попробовать. Визи, я на тебя, сначала ты я поднимешь. На тебя подниму, хикси. Чтобы закил. Не-не-не, а, этот наш. Видишь, что ли, что он наш? Не вижу. Внутри там рубик прям нарисован, а ты не видишь. Извините, на минималках играю. Я типа тоже. Сонстраки есть. Лё, а чё ты делаешь? Надо пушить. О-о-о. Я еще не покупаю. Ни хрена нет. Ни хрена вообще нет. Линию, ага, все понятно. Я думал, я тупой и башню сейчас. Пойдем наверх, пойдем наверх. Без проблем. Так, танго мне не нужны. Нужны танго вам. Давайте вот сюда зайдем. Мне не надо. Смакнуться хоть? Я их выкину тогда. Мне кажется, здесь ряд вар стоит. Нормально, не думаю, что нормально, пойдем вверх гоним. Соло играет там, блять. Ну, со страйки сейчас летит. Вдвоем можем убивать. Дуэльку можешь прям давать мне. Дуэль, со страйк же будет. Давай прям это со страйк. Киллинг спри, сука. Отлично, пушим. Пушим. Хорошо. Огоним почти есть. О, чуть не втащил крипов. Короче, хил дазла есть. Пушим лайн. Пиздец. Круто, да. Ой. Товар ставите? Конечно. Что-то стало. Да. Хорошо, я дефаю. А дефаю или мы убиваем? Не убьем. Хорошо. Ну, мне такое не стоит. Я просто дефаю тогда. Не, мне наоборот нет ТП. Блинка нету, да? Чуть-чуть осталось для блинка. Джага с дипузами. Джага с дипузами. Хорошо. Сэмки есть блинк. Так ты выкинул. Жестко. Ну-ка, в лесу фармила девка. ДДшку берет-то? Марху либо оставь, либо бери. Мар берет? Я не беру, бери. Бери. Да я вот это беру. Зачем? Ну так это ты. Что ты? Раньше ты где был? Дай тебя гоним дофармить. Я бежал. Я ебан. 14 минут иногда будет. Блин. Заблочь. Извините. Я не чекаю даже. Ладно, давай ты в эту кину. Блинка есть. Дазл, вард поставил вот сюда. Блять, шкуры неудобно. Я тоже курицу взял. Не деритесь, зайди. Мне тоже курьер нужен будет. Ну ладно, юзайте. Да. Шмотки пока лучше всем дожните. Пойдем. Легионка юзай, курьера. Не фармят.
по битих идем, либо, либо фармим. Легион Кокуру. Мы можем давить, мы можем их давить сейчас, да? Все, я тоже взял. Я готов, я с аганимом. Я не помню, смотри. Давим или что делаем? Нет, смоков нет. Ладно, пойдем без смоков. Джагу наверху примем. Джаг здесь уже фармит и фармит. Кто? Самочка. Да. Слородар пока без блинка, все еще. Слородар, блин, фармит. А так идем. Ой-ой-ой, не успею. А вот и вард. Все страшно. Нет варда. Ну все, Джага ушел. Да-да, не спалили, что мы пошли. Давайте тут два сломаем. Крипов нашли. Продавить. Они, блин, этого ждут. Ой, блять. Джагу спалил. Вот он. Можно? Я там свечу. Никого нет пока. Угу. Джага тут. Ни хрена нет. Джага с дефузами. Они, блин, ждут от этого, от Слардара. У него Staff of Wizardry. Да? Форстав, значит. Волки. Не заходят. ЦМК блинк, так что очень аккуратно. Ну, много станов. Я думаю, собьем его тут снэп и... А, да, Леон, конечно, не бей. Стой так, вышку-то не бей, смысл. Лучше сзади. На хиксе. Дымим, ладно. А, не дэп, идут под вышку. Леон, фастблинк делай. Фастблинк? Да, конечно. Ты ж, блядь, агрессивный герой. Ну, хочешь, я могу тогда пока повредить, а ты, блин, тарь. Ему долго забей. Да-да-да, а то так ты в жизни не уфыркаешь. Смог можно заюзать сейчас, они все там. Mm-hmm. Какой-нибудь есть? Зачем я доспек купил? Смог он перепутал. Я иду. Че, нет смока? Три минуты. Летит, короче, он где валяется вообще. Хорошо. Ну, давайте, ну постоим, подождем. Пока. Стоим, ждем. Не к вам телефонить. Иди к нам. Или ну, иллюзию я создай, я... иди вниз пуш, прилетишь, если что. Просто. Дадите ко мне кто-нибудь на иллюзию. Я тут, давай. Я самый жирный. Следовать за мной, нажми просто, блять. Все. Я пойду катить, бейте на медовину. Всек, меда скину, поехали. Ходим. Наверх. Давайте вот так. А, ну вот, Джага. Блин, быстрее через станы. Хекс, хекс, хекс. Нет. Не тянь. Там плохо. Там плохо, да, вот ходить, ага, вон. Ну, дазл можно в дуэли, там сева нету. Да. Да хуй знает, если надо дуэли, я просто забыл. Ну а чё ж ты не летишь? Ты же, блин, Тайгер, ты должен лететь. Да, да, булки помяли уже, нет. Да, иллюзия качается, я наверх иду. Иллюзия? Все. Могу в дазл залететь прям. Ну алло, с кустов иди залетай, что ты тут-то идешь? Мы ж тебя ждем. Мы без Леона. Мы без Леона, отойди, отойди, отойди! Я дефал. Я сказал, я наверх ушел. Ты залетать должен. Да, просто видишь, залетай. Наверное, даже если мы умрем, типа ничего Подлог, страшного. Смоком зашли просто так, хотя бы варды надо было расставить. Что такое? Это я выкинул, мне не нужно. Тупо, короче, получилось. Миша, мы на тебя надеемся. Ты наш инициатор, ты должен типа залетать. Не, вы говорите, если надо залетать. Просто мы убежали и как-то. Типа чисто в дазл всегда старайся. Дазла хейтить, да-да-да-да. Всегда дазла. Дазла или... Нет, только дазла, там зерно грейв будет. Вот так. Больше сейва нет. Так, я наси кину. Можно с второго скилла просто сразу же залетать. Давай, давай, саундтрек, все есть. Погнали, может, торма, блядь, встретим. Сунстрайк кину. Пойдем попробуем. Я мид пока пушу.
Ну, я не думаю, что мне смысл. Ни хрена, у него один потом. А то, блядь, в десятером бегать по карте тупо. Ай-яй-яй, спухули. Рано. Вот тут прыгнешь. Джаггернаут. Алло, дура. Ну в смысле? Дальше, дальше, убивайте, убивайте. Отлично. Лицемка. Да. Потерялся я. Блин, где вы? Все хорошо. Книжку. Почему-то я не мог дать Джаггера, когда он в дуэли будет, что-то бред. Да три попробуй, да? Блять, курнир южно. Я пушу тут. На страйк есть. Ульта, я не буду давать. У тебя у цемки нет. Нет, у меня есть оценки. А у тебя ульта цемки. Мне к вам идти или это 2? Т2. Т2. Ну сейчас наоборот к тебе придет сами. АФК. Ну АФК. Мы сами к тебе придем. Анчики. Надо вот так. Блять, я блин даггер себе не принесу никогда. Ты вместе со мной походу принесешь блин даггер? Че спугает-то? Не знаю, сейчас посмотрим, я вам еще руну подберу. Всё, я несу себе, блин, да. Да, я в засаде. А я нет. Да ладно. Мы сломаем твою. Машина, 4 стороны почти. Это они нас физуроном хотели сломать. Они что, серьезно АФК? Не видно их нигде. Да непонятно. Ну Гурков тогда зайдем. Ага, вот Джаггер. Ну Гурков это байт, типа, блядь. Да, может, карте, блядь, в смысле, на карте не видно. Ну а вдруг они вот тут вот встали все такие и ждут. И мы такие заходим. Вот, что это, что это? Что-то. Охуели, блин, мы АФК. АФК он, блядь. Проклят, пацаны. Цемка. Это байты, не знаю я таких. А когда по шее дадим, уж какая напишет. Так давай пойдем дадим по шее. Можно на Рошана дать. Нам сейчас по шее. Нам ничего не мешает. Ты ультанул вообще? Зря тут только разрутился. Сейчас дам. Нахуй отсюда, блин. Че-то профессионал. Вот, а ты говоришь я. На инвокере зря играю, бла-бла-бла. В смысле зря? Я говорю, я не умею. Это разные вещи. Пиздец, у меня морф-машина просто с руки херачит. Вот. Сопротивляются же, блядь. Меня с вами нет. Отряд сопротивления. Вот так вот их, да. Машина, блядь. Я не долетел. Все понятно, пацаны. Все понятно. Давай, беги, блядь. Смотри, со стилю. Ну? Ты чё? Да он умер, алё! Я думал, он убьёт. Он от тавра умирает. Вообще дикость. 4-0-4. Чё-то я вообще фармилой люпинг там. Погнали, у меня вард есть. Смотрите. Shadow Omelette закреплен. Это, блять, они специально, они сейчас будут такие. Оп-оп-оп. Я потом дойду.
Ну, а нет. Ну, ну ладно, нету. Зимушка там играет. Вжух, вжух. Отходи. Меня бей. Заги, что ж я что блять? Я возьму. Не умри только, блин. Дэм. Ой-ой-ой. Пойдем. А, уходите, уходите, уходите. Что за уходите, помогите? Да как вы помогите, да мне кому помогать, да. Чему помогать? Хотя, ладно, я буром. На скиллухе влетел. Что-то много за меня дали. Да так. За тебя тоже много. Ого, нифига себе. За меня много дали, сколько? 554. Для сухого. Нет, второй раз уже. Слушай, ну да, второй раз. Стойте, оставьте мне руну. Лис, лис, чё, ну знает, ну вот так вот просто. Там драка, смотрите, помощь, помощь, помощь. Так как помощь? Меня руны своровали прям на глазах. Да ну что, мы команда. Джагл умирает. Джагл умирает. Ты умер, что ли? Сардар умер. Потерялся. Чекнул. Бесполезно, гангал, гангалы. Приморожу. Да я все с ним сделаю. Алло. Хорош настроение, да? Я бью. Конечно, хорош. Лучше. Как бы мне пройти к ним во вражеский магазин за ганимом? Давай, если... побежал, побежал. Побежал, говорю. Не ссы. Пойдем, мы тебя проведем. Не-не-не. Нормально. Сюда. Опа-опа, все. Готово. Ты куда? Бум, плюс 700 маны. Хороший стан, сложно. До свидания. Всего доброго. Мари, помогу. Давай, помогаю. Сама арчит. Хватит, пощадите. Что удастся? Удастся, Макар. Че это ты нокер делает-то? Я сгорел. Рампагу не даешь морфу? В смысле? Я же не убил никого. Хорошая игра, мне понравилась. Говно игра, блять. Хуйня хэт. Не интересно тебе. Сидели, ничего не делали. Ну главное, слушайте, на мид гангали. Да, на хардну. На хардну пришли, ганганули и все, спустя экран, правда. Поехали он дальше. Ну, петух он хотел сказать. Слишком просто. Значит, это очень просто. Пипи. Что-то боль 2. Инвокер. Тренди. У меня урон, как у всех команды суммарно. Где еще? Но это плохо. Должно быть больше. Охереть.
соль. Микс. Отбегу, если игра найдет меня в спире. Так, пора фишки ставить, а то скоро кончится. Когда там один день? У меня 250 осталось. У меня 1300. Ты думаешь, на кого аркан выйдет? На кого аркана будет? Угу. В смысле, на Рубика? Вообще-то на Пуджа. У меня, кстати, есть сет на Пуджа. Это знак? Это знак. Он сам. Да ладно, нет у меня сета. Буду Миранусу перейдено. А? Что говорите? Хочешь, я на Мирану кину кое-что? Научить меня Мирану? Чё? Фигулинку, который первый скилл меняет. Лук, что ли? Угу. Ну зачем? Все кинул. Ты как тебе, Михаил? Мне теперь придется тебе тоже что-то кидать. Репорт кинешь мне. Че, я прям сейчас, я уже сейчас отправлю тебе. Как, что говоришь? Говорю, репорт кинешь. Не понял даже ничего. Все понятно. Что очень понятно. Принял? Ты че, нафига ты мне стул дал? Просто. Я ж сейчас на Миране захочу. Ну вот, можно на Миране поиграть. Можно Мирану взять. Ну, у них тоже Мирана 150. Мид, всё, Мирану на мид. Пошёл он. Мидер. Извини, ты мне лук подарил. Я, значит, это... Пик снова наш. Тебе дам мид. Ну, зачем? Ладно. Что? Чё мне значит на четверке учиться? Ты вроде умеешь? Нет, я вообще не умею. Героев очень мало. У него только Рубик и Миран. Вот возьми мне Рубик и Миран, два героя. Возьми мне Никса, возьми мне Шейкера, я потеряюсь вообще. За Шейкера потеряешься? Попробовать можно что-то. Нет, так естественно нужно, я не спорю, надо пробовать там. Надо учиться, я. Конечно. Моник. Ура! Что-то они меня заблуждение вели этим баном, если честно. Алло. Алло, я тебе перезвоню. Давай. Давай. Не там. Слушай, слушай, слушай. О. Ай. Давай его. Не. Тупо. Глупо. Угу. Началось, чё? Всё, что ли? Угу. Ливаем. Чё это было? Не заводите пару минут. Сейчас приду. Иди. Он самый. Это тоже один упоролся.
чихнуть. Потом мне после 11 надо это. Я еще на игру и все, я больше потом дойду. Или че? 8 часов уже, окей. Кто это, блять? Кто ты, сука? Все можно заводить. Ёкарный бомбай, жми. Я жму. Так, какие там еще герои? Нет, до 11 это... Блин, ну это по местному у меня до 11, у меня сейчас время 10. А так, да, по Москве. Сколько еще игр сегодня играем? Еще одна. Одну. Чё так мало? Очевидно же. Ну чё так мало? Я только так смогу. Надо будет сводить. У нас речь. Завтра во сколько играем? Миша, ты во сколько завтра придешь? Ты завтра остаешься на работе? Да хуй знает. Да нет, не буду остаться. За часов в 6-7 можно начинать. Ну 6, вряд ли в 7. 7. Максим, ты во сколько это, будешь играть? Это 5 по Москве. Максим? Да. Давай где-то в час по Москве. Не, я в принципе и с вами сейчас, а нет, хотя я завтра уйду с утра на гору. Ладно, давай с 11 утра. А ты не учишься, что ли? У меня завтра выходной, в чем тебе завтра? Не знаю. Так, я буду сидеть ждать вас за 7. Кто-то. Угу. Лёш. Алексей. Лёха. Написал же тут. Значит, тоже. Лёша! Может, его тут, значит. АФК? О! Это чудо. Это Мирко. Пиздец, там задротные инвокеры. 274 побед, 118 поражений. Что ты такой? Паним инвокеров. Астон, паним. Господи, что это? Все, вот я вот прямо вот сейчас вот. Да пикни его мне, что ты, блин, банишь? Астон тебе пикни. Как хочешь вообще. Я уже сам уверен. Нет. Так, окей. Капитан Смот, он на войте играл. Предыдущую капитанку. 70% винрейта на инвокере. Пиздец. Угу. Котвай. Точно. За котла я играть не буду и им тоже не хочу ставить. Зачем котел? Как ты с Террор Блейдом дружишь, Лёх? Да, могу. Я тоже дружу. Угу. В прошлом особенно. В смысле? А, ты про Сандер тут? Ну да, охуенно, Сандер. Золотые Сандер. Люблю
до Москвы с Сандрой. Чё это? Почему вы так долго? Не придумали ничего ещё. Опять ты, рыба моей мечты. Его или его? Родовой. Или Леона можно. Леона? Леона приморозили, он с места может и хекс дать, и первый дать. Да, проблем нет у него. Класс. Легионку можно взять. Короче, я знаю, кто пиком будет. Тоже у нас будет третьим пиком. Кого? Хардлайнеры? Да давай легионку, нам тренировать-то по-любому нужно его. Да. Че, он будет на разных героях постоянно играть? А мне вот блокера можно, да. Там Рубика, Морфа. Хорошие герои. Блокер, это да. Сколько игр еще осталось? Ты считаешь их или все уже сбился с счета? Мне? Осталось. Я сбился, я не знаю. Я же не подряд. Получилось. Ладно, ну где-то 80, я думаю. Я 20 ну, игр где-то отыграл. Ну как в количестве? Ты сам говорил, есть у тебя там какой-то кореш есть, который 2500 игр отыграл. Да? Но Морфея, блять, а играть не умеет. Играть не умеет, да. Шекер. Шакира. Шекер оффлейнер, я думаю. Шакира. В оффлейне ему тяжело будет. Давай Слардара сейчас забаним. Просто я примерно представляю, что они будут сейчас брать. Это будет какой-нибудь Слардар, Клинкс, Винга, вот эти вот герои, которые на физурон идут. Может быть. У меня тот брат турнир выиграл. Может, они на Шейкера будут играть? Шейкеры? Они вообще могут сейчас дабл хард пойти. Why not? Шейкер и какой-нибудь еще один герой неприятный. Я тут. Привет. Андрей. Привет, Андрей. Игру фигурит. Слушай, ну это... Блин. Игру фигурит, это чё? Думаешь запретить? Думаешь, они... Я думаю, его третьим пиком снова взять вообще? Инвокера, да, давай. Может, тут это? Давай третьим пиком возьмем его, да. Ланая, ну... возможно, возможно, но, блин... Не знаю, может, какой-то сейф убрать. Вот тот же, да, в той игре. Точно, да. Ну, это Шекер-саппорт, значит, он... Я думаю, Шекер-оффлейнер. Может быть, все может быть. Игре нам это можно либо убирать, либо брать. Но нет, Джаггернаут не тот герой. Его закрыли, его первый просто бесполезный. Все. Нет, там. Хотя. Давай лучше ее. Пикай. Кого же блять? Было все смахивать. Я не помню. Все не времени. Какие времена? Не меняются. Кого ты хочешь? Ты Рубика? А, Мирану. Давайте Мирану. Ты уже хочешь передать? А что, Мирану зайдет? Привет, блядь. Прости тебя, я умею играть. Мне такие не нужны. Все нормально. Я выстою. Да. Я знаю, что делать. Там мы тебе поможем? Можно вот этого парня. Петух? У петуха 0 армора, он будет кормом. Кормом просто. Для вистажа особенно. Алло. Алло. Что за дела? Что за корм? У Шейкера тоже 0 армора. Кормом.
А, давай вообще не брать этого героя никогда. Ноль армора. Ну смотри, ты... Хоть ты хочешь его взять на четверку. Можно Вич-доктора на четверку? Очень сильно против птиц. Вич-доктор такой себе. Мне никогда не мешал. Птицам? Угу. Можно Мартру на четверку взять, вот это мешает. Ну, хочешь петуха, бери петуха, но единственная проблема, висажа нечем пробивать. У него 4 слоя надо как-то снимать. Ультай петуха. Так она и не снимает. Снимает? Может его на четверку? Давай петуха. Давай петуха. Просто, блять. Тут играть очень осторожно тогда надо будет. Все хорошо будет. Ты так говоришь, потому что ни одного нормального висажа не видел. О, кстати, да. А это вообще висаж на четверке. Если они не банят, берем эмбера. Это мид. Я понял, я косокся да тут. Угу. Давай не будем еще один. Ну вот видишь, я петухом мипа просто изи прогоняю до третьего. Кого они думаешь возьмут? Ну у нас 30 секунд есть еще. Ты фрифармишь легко там. 30 секунд. Кэрри. Кэрри, 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 кэрри. Кто тут? Свена можно кого-нибудь забанить. А, забанит. Не возьмут Свена вряд ли. Луну или Джаггера. Спектра может. Чё-то активно. К спектра. Ты пьяный что? Нет, спокойно вообще выходит тут. Да, просто вопросы. Ну, она не, она вырежет. Актив, актив. Тут же обезьяна. Вылетит. Она вырежет. Нафиг. Ну ладно, да. Для кого мы еще сегодня возьмем? Который против ЛК даже один на один стоит. На лошадь кого мы? Это очень интересно. Эмбер Джаггер. Джаггер. Мне чуть больше Эмбер нравится. Мне был тикер нравится. Да, кстати, на мипаря вообще мипа классно контролить. Ну, блин. Да не только. Просто такой плюху дал по этой по ЦМ-ке и нет. Ну он не сможет драться, он его разорвет. Возможно, да. Магнус Оффлейнер. Магнус Оффлейнер, Мипа Кэрри, Висаж Мид. Что? Арфа? Арфа? Блин, чё мы не Рубика-то взяли? Марфа. Марф. А ты не развалишься? Чего? Висажа, Висаж Мид идёт. Если... Что еще? Мартра может. Войд. Войд, да. Быстрее бери. Вот мне нравился. Так, это что было? Что за Тони? Да. Я будил все время. Будил. Надо пока лестницу не разбивать. Засранец! Ну спать не даёт! Магнус Мид, походу. Шейкер оффлейн, возможно, и Саш на четверке. Блять, короче, очень спорно. Под рукой были. Если Саш идет на четверку, я, блять, просто буду очень доволен. Честно. Да, мне кажется, если он пошел бы в мид, ты бы не сильно расстроился. Сейчас я тогда сферы не качаю вообще. Посмотрим. Если идет мипа, чё мне, косвекс идти или косэкзорт? Ты
Космакс, наверное. Why not? Что мне думаю, что вряд ли там смоки есть. Сет на петуха. Хоть не пойдем. Только вот насмешки нет. А у меня есть. Да. Крутой. Смотри, что кидаю. Ничего не кидаешь. Смотри, смотри. Перекладываю. С ума сошел. Настройка. Джин, в режиме звука, кстати, игра вызов. Просто вверху. У меня даже записано вот здесь вверх немножко, если бы. На миду никто не показал что-то. Под смоком, может, не знаю. Смотрим. Приму. Принимай. Нет, я-то просто быстрее вообще. Смотри, по-моему, скорость, что это? Что это? Сашмит. Сашмит, я космак сюда. Фарми, ты можешь фармить же. Я тебя. Я Синхер, он до 6-го ничего не будет делать. А, не звери там какие-то. А, ну там шейкер. Понятно все. Хотя нет. Здесь. О, шейкер. Нормально, он линию пушит. Цыц, плоским не сбивает. Колоретку-то. Ты что-то несешь себе? Нет. Классику принесу. Как мид? Вообще живой. Я тут, я тут. Бляй. Ты нахуй. Да, не бей меня. Не надо. Нет. Нет. Ну больно же, блин. Я получил стан. Магнуса можно? По стимингу. Давай попробуем, у меня стан есть. Да, да, да. Ну все, я захожу. Ага, не захожу я. Почему? Не захожу, нормально. Ты определись, уже заходишь, нет? Да как-то вот тут. Вот, ну, фейерблад. Отлично. Хорошо. Вот это чё? Я лох. Да ничего, заблочил его, он умер. Неловко. Вообще неловко получилось. Один мне парень ушел, короче. Так и делаем. Да, он через лес. Больно. Ой-ой-ой-ой-ой! Да ты с... Ничего себе. Идет вон. Шейхер. Да ладно. Я на базу. У меня тут вообще, у меня вот 10 хп просто. Я внизу цемку можно? Шейкер наверху. Да-да, шейкер. Ой-ой-ой, извини, тебя стоит.
Вот, пушить за двумя. Тики. Так приятно голос высажа слышать. Реген наверху. Угу. Я, наверное, без снимки поиграю здесь. А веса шорчат может делать. Ну я не знаю, я по себе сужу. Я могу сделать. Я других весажов не знаю. Руну забрал. Меня медас, наверное, фастом делаю, или мне фейзы, потом медас. Медас фастом. Чем раньше, тем лучше. Шейкер идет на мид. Похрасть можно. Не, не успели эти. И ТП-шки у меня нет. Не успел кинуть, но добьешь. Надеюсь. Хорош. Добьет, добьет, добьет. Шейкер, где? У меня. На развороте не убьем? Убьем. Убьете, убьете, убьете. О, что делаешь? Что я сделал? Дурак я. Я хотел на это кларити повешать. Вот. Ушел, ушел, ушел. Санстрайк, если только супер точный. Сэмки нет. Санстрайк, подожди. Я на ней полечу. Можем? Опа. Ага. Бля, да ладно. Бей-бей-бей-бей-бей, куда он вообще пошел? И эту. Я пошел в верхний шрайн пить. Да, пойдем я с тобой. Лучше на нижний бы пошел. Блять, как урна собирается, алё? Так, так давай выпить. Капельки. Я урну делаю. Я не пойду сейчас медас, я урну сделаю, потом медас. Если мы уже начинаем драться и висаж. Как на легкой, хреново, пойду к тебе. Шугаю. И поможем еще раз попробовать. Можно. У тебя прохрасть как минимум. Давай, давай, давай. Вот этого дальнего, ага. Хорошо. Сана сдаю. Ну заебись, я ушел нормально. Надо. Я урну купил. Все, нам ТП ушло. Делаю медас. Я за руной. Блин, крипы за мной поперт. Магнус ушел. На горизонте, по крайней мере, не видно. Нет, на месте. Магнус здесь. Как удачи. Да, тупая идея. Ничего страшного. Где висаж? Мид, мид. Эй, убай, чё просто на себя. Меня убить не может. Вот это вот бесячие инвокеры. По себе знаю. ДД, такой... смотрите. Ой, я возьму, брать. Это, блять, лучший просто. Внизу умер, походу, все. Ну, блин, я не знаю, сможем мы его заткнуть, сможем. Убить его зажар, да, он где? Ай-яй-яй-яй-яй! Тихтую! Все, я труп. Уходи, уходи, отлично. Блять, убьем? Хорошо. Убьем, убьем, убьем. Вот эту. Блять. Пам, дай отдохнуть человека. Дай отдохнуть человека. Куда пошел? Неловко получилось. Нету маны. Да ладно, ну чё ты с арканами, пацан, уже ты. Ой, ой, сам. Что-то за меня это шел, что ли? Блин, я от птички еще умру тут просто. Магнус арканы. Я просто от птицы умер, короче. Неадекватно вообще. Ну, Магнуса убьем. Я иду. Да, давай. Я очень быстро, поэтому я, блять, уже тут. Нападайте.
Хорош у тебя преимущество. Ну шо, я на базу лечу. На меду не умри. Отлично. Тут варды у него стоят. Заревляй сюда, ты купил. Одно веселье против СЖ так играть, честно. Сверху не умрите, потому что он САЖ туда пошел, его просто катит, честно. Я вообще умер. Танки дай, сейчас умрешь, блядь. Я умер. Уходи, может. Там, блядь, четверо их. Наверху четверо, файтиться будем. ТП в КД. Я меда сфармлю. Питаж ушел, не остались. Видать, весь файт на этом и закончился. Я ультаюсь. Бля, сиди нахуй. Попробуем, просто. Давай. Птиц. Вот это. Так ты чего не убьешь, алё? В смысле, поморгал тебе? Да я его херолю. Наверху реген. Себе. Он я почему-то возьму. Начал другой бить. Блять, да догони, ёпта. Да чё ты? Догнал. Догнал. Блять. Фидер, блин. У меня тут это. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Почему у него 5-2? Что происходит? Уходи, ты там, он сейчас Висаж зайдет и заберет, там Магнус зайдет. Я 10 секунд могу драться с ними. Ты куда, вы, блядь, не умрите просто, ты умер. Станы, дай по птицам. Да по птицам, алё. Он тебя не догонит, а птицу догонят. Я тут... Чё? Давай, ты что заикает? На меня веди, на меня, Миха. Все, он у тебя сам убегает уже. Да я бы от пичек не ушел. Двоем. О, соточка. Кушаем? Не дождь, вы подождите. Не пропушим. Все на меду вышка падает. Забираем. Дефаем. Или не успеем. Не надо дефать. Сзади шейкер идет. Сзади меня шейкер. Есть дуэль. Я иду. Ну ладно. Сложно так письменка за такие сдурить, конечно. Угу. Ждите арканчики возьму. У морфа двое. Уходи. Уходи, пожалуйста, умрёшь. Давайте, что мипа фармится в это время. У них мипа есть ещё. Наверх ТП может? Вот, шейкер. Замедляю, давай, дуэль. Вон мипа. Давай, так быстрее. Мипа, дуэль? Меня хейчат. Вот это... Вот. Блин, ничем не помогу. Ушел? Да я сейчас отпинаюсь. А он меня пытается фокусить. Я хочу вард поставить. Пожалуйста, дайте вард поставить, спасибо. Давай, я тут. Я иду. Меня не ждите, я отъемся. Бежай. Да ладно, чё, вышел. Хорошо.
Давить надо, давить, с кавайнвокером давить. Надо. Надо наверх-то поделать и там забирать всех. Ну мы заберем, а отток. Я лечу наверх. Дай их 100. Один, ты один там. 40. Блять, что происходит? Ну. Он я не добил. Нам бы не хватило. Птичку. Птичек нет, он без птичек, он в одного остался. Без птиц, один дозаш вот тут. Он без птиц. Блять, маны нету. А вот птицы. Вот и птицы. Санстрайк есть? Какой санстрайк? Я ж косвекс. Без птиц, я думал, он, блять, без маны. Он без птиц. В смысле, сейчас призовет и убьет. Разные вещи. В скобочках было. Ладно. Отдались. Надо вышку задонать. Успеть там? Кто-то пишет. Успеешь ли? Да, успеешь. Успеешь, успеешь. Стопроцентный вард. Вард, я бы дал обзор скилл. Драгонланд столько. Лол, чем он занимался вообще? Безумник, он каленый, можно попробовать. Сострайк на 160 будет у меня. Если надо. Я цепляю, давай. Хорошо. Не имей туда забирать. Курица. Надо хотя бы вот эту вышку забрать, ничего не забираем. Пустая курица, да, давай. Знаете, никого я посмотрю. Ну че есть, блин? Нокер соляного. Все, бригада. Да это что они уже? О! Ну я четверых сверху забайтил, получается. Хорошо. Да, да, я видел. Хорошо. Я убегаю просто на базу. Нет. О, не да. На базу, я иду на мид. Смоки есть, смоки есть. Я без маны, я драться не очень хочу. Или мне пойти перегенить. Да нет, мы тут втроем можем повеселиться. Ну, блядь, главный вард у них чтобы стояли, а то сейчас так прожал. Нет, вроде нет. Ну так очевидно, по идее, блин. Пицицы. Зажатый, визаж скорой себе тут смог пробить. Я на базу. Доль. Блядь. Зачем лягушка? Лягушку-то не надо делать. Всё, в петух отдаю. Я вообще хотел у него ультануть. Что за отдаем? О, РП. Да в смысле, ты же один там. Вот сейчас отдаем. В смысле один во втором. Нету... Так они же умерли. Я понял. Я понял. Вы таки не забрали, да? Я за... рекена, нет. Да там атака у него, господи, он бьет и полторы. Блейдмейл, делай легионка. Да, я его собирался так. Все в тем споре. Ты же говорил, не пойдешь или легко. Я не буду делать такое, я так перски ставлю. Ты что ты так громко говоришь? Ну, пожалуйста. Принимаем. Сэмка сзади. Ты не того бьешь, Лё. Сэмку заметляю. Блинк появился. У Магнуса появился блинк. Как же больно. Только долетели мои тычки до курьера. Что, страйк будет? Я лечу сам. Я его спугнул, да. Он без блинка. Дуэль. Ой, Куру, рейс, пожалуйста.
Раньше блинканул с собой. Ладно, я тут виноват. Ну, я не знал, где он. Изи пишет. Блять. Ну ладно, пиши. У Магнуса блинк. Слышали? Угу. Принято. У меня орчит почти. Что, я поздно с этим орчидом на самом деле. У Мипа Драгонлэнс пока один как бегать, не знаю, чем занимается. Скади, может, у него там, блять, в курикере уже почти. Не знаю. 19-я минута. Да в смысле, да? Три книжечки в стаже лежит такие, блин. Книгу будет надо кому? Читай. Да в смысле читай, книгу будет читай. Читай, читай. Да ладно, я услышал. Подожди, корни юзай. Чуть-чуть, медас. Ой, хорошо. Блядь, какой медас? Внизу руна. Руна внизу. Возьмите. Руна внизу. Лего. Ладно, сами зайдем. Ой, не иди. Фига ты, как резко блинканул. Сейчас бумер еще. Внезапно. Вообще. Дискорд есть. Я иду. Я готов драться. Иди сюда. Мип, изи можно вырезать. Я вот внутри этих кустах. Там вард стоит. Вард стоит. Кажется, ребята. Осторожней, осторожней. Смоки это, короче. Как это, ванна, да? Бля, говорю же, осторожней, ребят. Не рисовали. Мою девочку прибыли. Если один пока, то, конечно, вместе можно. Никогда. Понедельник, это 18 число, а мы уже... Это тоже ошибка. Мы успеем за пару часов. Он не хочет. Портунулся туда, но я не знаю. Получится хуйня, а ты будешь, знаешь, что я сам просто. Можем принимать их вообще без проблем. Только все вместе. У них РП нету, пойдем. Пойдем. Без АБ. Замедляю. Да не лучше. Легион, ты легион, ты далеко? Нам надо. Плохо, что далеко. Он кастует, парень. Ой-ой-ой. Хорошо, дуэль выиграна. За инвокером гоняются там. Здесь центрик стоит, не иди. Не безопасен. А хотя. Нет, это мой развалился, там нет центрика. Наврал. Стоит вард. Можно, 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 можно. Ой-ой-ой-ой, фоя. Вот не очень хочу. Скайма корм, по итогу кормом я стал. Ой, зря полезли. Ну алло, помоги. Мипа, мипа. Тут меня хейтят. Что не помог мне пицу убить? Желательно помиду, ребят. Ну, вот петух. Ты петух. Что-то не помог мне птицу убить, говорю. Он меня так в итоге убил. Я и петух, вот именно что. Чем я их убиваю-то? Вот так вот. Там вот. Тычка Мить, осталась. Ребята, ну, извините. Я даже орчит на эту птицу потратил. Вот ты. Я тебе говорю, ну помоги, помоги, они меня убивают просто, тебе пофиг, ты убегаешь. Ну так я там это, по другим следил. Там бы так не помог всех убить. Вис.
О, я уже не корм. Это что за хуйня? Меня хейтят очень быстро. Просто залетает. Ну, мы уже все толпой. Все, приехали. Это конечная станция. Почему мы тут дрались? Я не знаю. Вроде по своим шрайнам, как бы. Ворды стоят, у них ворды стоят. А то все сижу. Че, Лёва, че делаете? Да, да сплитил бы, ну ладно. Пришел, пришел. Пум. Надо было наверху оставаться, Мур. Если мне сделал телепорт, я бы не ушел. Пойдемте раздевардим. Или боимся? Не боимся, нет, они нанизу все, пойдем. Да надо здесь разговаривать, я тут давно. Ну, по-моему, они тут пошли, поставили ворду. Может быть, спорим. Нету. Вот он. Чё у него только вот так вот? Вроде ходит, всех щелкает, а где фарм? Вопросики, вопросики. Ты моего фарма не видел. Ну ты не ходишь, всех щелкаешь. Только видишь КВ и выпал из-за того, что пассивно. Ну как, вроде активно, но... Но не в ту сторону. Я по киллам, всё норм. Блин. Может дашь, я дофармлю? Блинк. Кто не дает фармить, блинк? Да пиздец, вообще фармить негде, да? Варды? Да. Прям вообще бегать, блин. Маршан, да. Да ты куда-то на руну кинул. Нет, а не лег? Так идеально же кинул. Ну я зайду. Нет, там птички. Нет, не Рошан, точно, точно не Рошан. Сам полетел. Проверять. Фармим, фармим. Вот так вот. Действительно. Ну, они тоже фармят. А, вот так. Мипа, блин, где я зарил. Тернул, то есть. Ну да, да, я. Не умею правильно разговаривать по-английски. По английски языку? Не, ну... Тернул это неправильно. Да, короче... Не по-русски правильно. Да. Тернул, а мы что-то можем? Есть смоки только. Тут у них варда нет, можем под шрайна залететь и если успеем. Не думаю, что мы можем там что-то сделать? Идем? Не идем. Но и не можем там драться. Да, я думаю, лучше под хэгэном подраться. Если Аега. Умипаря. Я ж тебе предупредил, куда не можешь. Аега, умипаря. Давай сюда нам. Не-не-не. Это точно они на ХГ заходят, это прям 100%. Ну так и держим их тут, мы сплетим там. Да, не спорю. Че, залетать нет? Не надо, не надо. Стой, стой, не надо залетать.
Я вроде бы как бы. Опа! Опа! Вот он, вот он, вот он! О, убейте его, пожалуйста! Ай-яй-яй-яй-яй! Надо мипа не отпускать, не надо его отпускать. Вот, вот, вот. Вот он, шейкер. Help. Саш. Я зажал, убить его хп он. Я байбекаюсь. Нет байбека уже. Шейкер. Оружие. Ну они три байбека уже. По дискордам, хорошо. Ну хотя сколько мы потеряли в этом замесе. Потеряли, но мы отбились, конечно, да. Мы отбились, мы отбились. Самое главное. Потеряли много, не спорю. Иди, до мида до самого иди. Я немного потерял. Вот, вот, вот она наша легионочка. Набираем обороты. Да БКБ, наверное. Или что-нибудь такое, регионка. Да, я тоже. Дизорд тебе вообще ничем не поможет. Ты прикинь, ты на мипа ультанул такой, да, и тебя пиздит просто пятеро сразу. Догоним, блин, тогда. Дальше. Дальше проходи, дальше, дальше. Там вот сейчас выразится цемка с визажом, потому что это визажа. Бика лагает. Только визаж начинает. Дойду. Аганим, да, неплохо, но тебе тогда дизорд точно нужен. Думаю, мне стоит огоним взять. Все, отходи от шейкер. Шейкер присутствует. Там телега. Все, пойдем допинаем, пойдем. Нет, все, назад. Да пуш, легионка пуш. Да я этому говорю назад. Да, легион. Пуш. Все понятно. Не, ну чтоб нам выиграть, надо за Леона 20 раз убить эту информацию. Еще такое 12. Физикатка. Умереть 20 раз надо? Ну, да. Слизу. По разрушению, то она мне писала за несколько дней, а ты разрушаешься. Ну, сейчас, за несколько дней, я не писал. Ну, писал. Они фармить будут, нам надо выходить. А они сами выходить. Да? Не, это плохо. Это ничего. Плохо. Надо ФГ отходить. Они, скорее всего, сюда пошли. Что-то жестко вообще. Хорошо, что натырил, забыл кинуть. Тупой. Что ты просто сделал? Что за хуйня? Я не понял. Походу. Я вам говорю, отходите, я не полезу. Вы не слышали? Нет, они это только я что понял. Морфу убили. В общем, инвокер стоял. Это я не знаю. А, ну да, отдаем от другой стороны. А звесу. А, ты мне поставил. Сейчас всякий пин залетит вместе. Цем нет, цем. Давай. Шейкер будет там залетать. Расходимся, расходимся. У шейкера ульты нет. А толку-то? Умирает. Это такое тоже бывает. Да в смысле? На базу беги. Че, выкупаться? Да, конечно. А, че дальше-то будет? Отойдут, может, не знаю. Да, вряд ли. Нам надо убить мипа. Давай, 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 дуэль! Yes. Немного не дотерпели, да? Сори. Ошибка была наша, давить надо было нам. Мы фармили, и они фармили. Да, очевидно. У него два органа. Два драгонленца. Да.
Ну, блядь, эта игра еще не проиграна, я вам скажу, так что... Ну, проиграна, извините. Походу, все, все забейте. Походу, все. Я проиграл тут. Я отойду. Хорошо, бой, бой в стороне. Такие дела. Бывает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уехал. Блять, я там думал, сейчас такой подойду, мипу убью. О чем мне ульты хватило, мне кажется. Сюда иди. Вот так вот. Все. Мы, кстати, наверное, дураки, потому что его, ну, блин, у нас контроля мало. Поехали дальше. Вот этого давай сюда. Давай. Этого сенс. Вот так, вот так, дискорд. Ой, 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 что за проигранный дуэль? Он еще петухов уворачивается. Что за подарок, мы не сдаемся. Руинер какой-то. О, нифига. Куда поехал? Сюда иди. С птичками дурацкими. Дай я убью его. Фото. Фото убить дай. Не пошло. Это тайминги. Да у меня маны нет. Нет. Поехали, поехали. Не сдаемся. Вот этот АФКшник отошел и теперь что? Ой-ой. Я все, что мог, нажал. О, ну теперь я отойду. Ну началось. То я, то я. Это ладно. ГГВП. Будем там, блядь, там базу ломаем, тут крипов стоит, тут хватит, что это херня вообще. Все нормально, я адекватно. Ну, Висаш не контрится. Не знаю, как его законтрить. Эй-е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 й-
Камбэк из Дрил. Израиль. У меня два ворда еще. Что, камбэк Израиль? Да. Короче. Я их бачу, я все нормально. Нихуя не нормально. О, ГГ. Все на сегодня или чего? Или что будем играть? Это все. Все. Я ухожу. Приду только, ну. Миша уже играть не будет такое время. Приду где-то через час, полтора. Не знаю, если вы будете играть в паби, можно. В Counter-Strike опять, да? В Counter-Strike без дискорда, ну. Что ты говоришь? Ты че с кем в игру пойдешь? Я? Так, да. С тобой. Так-то я вообще с тобой собирался стоять. Нет? Не алло? Ну погнали. Ничего не хочешь? Покакать там? Я попу, я могу. Покушать. О, богу, сейчас. Пошли. Еще как вы проиграли? Блин, прости, Максим, я там заруинил. У тебя... А по урону больше всех. Чекай. Ну я ж петух. Че, Федор, где я наломимся? Как контрить ушажа? Алло, скажите, пожалуйста. Да, в смысле как? Не контрится. Не контрится. Я думаю, контру. Давай. Хайдора, ты еще не ушел? Берешь, короче, артефакт такой есть, Crimson Guard. Все. Ну слишком дорогой. Там у Лисажа уже 18.5 будет. Да при чем тут слишком дорогой? Берешь хардлайнера а-ля Dark Seer, он фармит. Берешь этот Crimson Guard на команду и поехала. Вы все? У нас. Там эти ушли. Они не в дела какие-то. Так и не понял. Что? Кто еще не ушел? Федор. А.
ты до лавки доберешься? Я тоже пойду. Да. Че, перерыв? В КС-ку будешь? Че ты через сколько выходить собираешься? Кто еще, с кем я еще играю тут? Я не знаю. Сейчас. На кого я говорю больше всех? Я вообще, короче, отошел пока. Или напишешь там, не знаю. На себя-то должен был сказать. Лёха, я тоже. Там смотрю. А, ну, я тоже сейчас покушаю, потом будешь. Сейчас, сейчас. Чё ты можешь прямо сейчас? Годы лучше прямо сейчас. КС. Так, вот это первая игра, да, наша? Час 10.